Неправильное употребление кофе грозит обострением хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. При употреблении этого напитка натощак через какое-то время гарантированно наступит обострение гастрита, язвенной болезни, хронического панкреатита. По факту, мы все имеем эти заболевания в той или иной стадии, просто они могут находиться в состоянии ремиссии со школьных или студенческих лет. Кроме того, люди, которые предпочитают пить кофе натощак, скорее всего страдают от неправильного пищевого поведения. У них нет чувства здорового голода, поэтому с утра они не хотят есть и выпивают кофе, чтобы взбодриться. При этом после еды пить кофе можно как угодно и с чем угодно, даже с десертом. С чем сочетать кофе? С молоком, с заменителями молока, со сладким, жирным, не принципиально, важно, что человек поел перед этим. От того, что вы выпили кофе с десертом, ожирение не разовьется. Здоровому человеку можно пить кофе в любое время, в том числе и на ночь, однако следует иметь в виду, что напиток не всегда тонизирует и иногда приводит к обратному эффекту. И запомните, за сутки можно выпивать не более 3 чашек кофе.